Программа грантов Just для тех, кто хочет учиться, но не имеет финансовой возможности. Так сегодня молодые люди попытали удачу и сдали экзамены, где в случае успешного прохождения получат грант и отправятся покорять Японию. А что же такое Just? Это программа грантов, которая помогает реализоваться человеку в жизни. Зарегистрировавшись в ней, молодые люди учат японский язык, и у них появляется шанс отправиться в Японию. Программа предоставляет бесплатные видео и онлайн-уроки. От студента требуется только хотение учиться. Одним из важных моментов является то, что Just не просто предлагает учебу в одной из развитых стран, но и легальную высокооплачиваемую работу. В программе могут участвовать выпускники школ, колледжей и университетов, студенты, которые учатся на бакалавре или магистратуре в возрасте от 17 до 35 лет. 177 студентов сдали первый тест по Just Grant, и из них самые лучшие будут отобраны и получат грант на обучение в Японии. Если вы хотите обучиться японскому языку с нуля, пройти тест и поехать учиться в Японию, в дальнейшем найти там работу и остаться, сделать карьеру, потом приехать обратно со знаниями, с капиталом, который вы там обрели, и внести свой посильный вклад в развитие собственной страны, стать успешным предпринимателем, милости просим, потому что Just Grant только что объявил о начале второго этапа, и мы до января 2021 года будем принимать заявки от желающих студентов на участие в этом грантовом проекте. Программа спонсируется SSI Company, ведущей японской частной образовательной компании, чтобы обеспечить обучение и поддержку студентов, выиграть программу 100% грант и построить свою карьеру в ведущих японских компаниях. Программа Just Grant – это не только предоставление стипендий способным узбекистанским студентам, но и популяризация системы образования Японии. Эта программа будет продолжена и в 2021 и в 2022 годах. Сегодня люди не просто сдали экзамены. Им также устроили после экзамена фестиваль, где было яркое шоу, мастер-классы. Молодых людей познакомили с японской культурой. Нужно было организовать мастер-класс, что такое успех и удача, в чем разница. Часто бывает, люди проигрывают какие-то конкурсы, там, акции, экзамены, да, и переживают. Это чисто психологические проблемы. А задача была вдохновить, дать какую-то, ну, дозу мотивации для того, чтобы они не переживали. Даже если проигрываешь, жизнь – это экзамен. Всегда надо пытаться пробовать себя. Главная цель программы грантов Just – дать возможность человеку учиться, несмотря ни на что. Ведь пока есть такая возможность, ей нужно пользоваться. Тем более во времена таких технологий. А мы пожелаем молодым людям удачи и реализации планов.